Нерадивый поставщик предстанет перед судом. В области закончили расследование уголовного дела Станислава Фролова. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов. По версии следствия, с декабря 16 по июнь 17 года вместо ГОСТовского сливочного масла предприниматель поставлял в бюджетную организацию области фальсификаты, просрочку из корыстных побуждений. От его действий пострадали родильные и детские дома в Муроме, областной психоневрологический интернат, онкологический диспансер и несколько больниц. Чтобы собрать доказательства по делу, следователи опросили больше 100 свидетелей, в том числе поставщиков из 12 регионов страны. Провели 28 судебных экспертиз. По данным следкома, действия Фролова нанесли областному бюджету ущерб на 6 100 000 рублей. Предприниматель убытки уже полностью возместил. Теперь его дело будет разбирать Ленинский райсуд. Движение по Пекинке ограничат на 2 ночи. О проведении дорожных работ в черте Владимира сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород. В ночь с 21 на 22 ноября с 23.00 до 6 утра до 2 полос сузит проезд возле комбината Тепличный. Там будут монтировать надземный пешеходный переход. Полностью М7 перекроют с 2 ночи и до 2.40 и с 3.20 до 3.55. А в ночь с 22 на 23 ноября ограничение движения будет действовать на участке в районе станции Юрьевец. Причина та же – монтаж надземного пешеходного перехода. Работы продлятся с 23 часов до 6 утра. Полностью Пекинку перекроют также 2 раза за ночь – с 2 до 2.40 и с 3.20 до 3.55. Строить переходы будут из соображений безопасности. Только в районе комбината Тепличный за 5 лет произошло 36 ДТП, в которых было ранено 50 человек и 4 погибли. Федеральные дорожники решили вернуть светофор рядом с Веризино. Его ликвидация ранее возмутила жителей микрорайона. Светофор появился на этом участке летом, чтобы разгрузить Пекинку на время ремонта участка. Теперь дорожники готовы вернуть оптического регулировщика, но при условии, что не позже апреля 2019 года администрация города приступит к работам по устройству безопасного съезда к микрорайонам Веризино и Содышко. Если данные дорожные работы не будут проведены, в апреле светофор демонтируют окончательно. Новые случаи заболевания пневмонии среди владимирских школьников. В 46-й школе диагноз поставили сразу 2 ученикам. Напомним, недавно из-за инфекции почти на месяц на карантин закрыли 36-ю школу. Ребятам пришлось заниматься дистанционно. Случаи заболевания выявились и в 39-й школе. Там инфекционная пневмония была диагностирована у 6 ребят. Все они – ученики разных классов. Закрывать школы на карантин по нормам Санпина можно, когда заболевших будет больше 10 человек.